Всем привет! У микрофона по-прежнему Леон. И это вторая часть рубрики «Оценка от ютубера». В сегодняшнем видео я заказал оценку у Лейни. И да, я понимаю, что это не топовый ютубер, но он сейчас хайпит. Так почему бы и не заказать у него оценку? Я надеюсь, ты уже поставил лайк на этот видеоролик. Ну а сейчас на экране ты видишь самые топовые комментарии. Чтобы также попасть в следующее видео, просто спускайся и пиши какой-нибудь годный комментарий. А также пишите идеи для следующих видеороликов. И давайте попробуем на этом видеоролике собрать 15 лайков. Я уверен, у вас получится. А после того, как этот ролик соберет 15 лайков, я сразу же начну пилить следующий видос. Не буду долго томить. Ну что, приступим. Оценим. Янг Леон, ты у меня рулетку покупал, тебе выпала оценка. Пиар платный, пиар платный. Янг Леон, шапка у тебя годная, аватарка у тебя тоже годная, главная страница настроена, видосы есть, превью. Превью у тебя, ну, более-менее неплохие. Плейлисты тоже у тебя есть, каналы тоже есть в сабоксе, обсуждение есть, о канале все расписано, канал зарегистрирован в октябре, ну даже в ноябре, можно сказать. Меня оценил топовый, так, это не то, так, что посмотреть такого, ну вот это я вроде не смотрел ролик. Микрофон у тебя неплохой, монтаж, вот на самом деле сюда бы я ставил на задний фон какой-нибудь геймплей, это, ну, типа, больше бы удерживало аудиторию, то есть залипала бы аудитория, сидела. Так, вроде по монтажу у тебя все окей. Да, все окей по монтажу, но вот здесь я бы добавил, точнее, не здесь, а вот тут, задний фон, я бы использовал на задний фон, геймплей, вот так. Так, мало. По каналу у тебя все окей, но у тебя превью такие себе. И что еще? Ну и в принципе все, да, так все круто вроде как. Поэтому, наверное, так, вот этот ролик еще посмотрим. Ну вот, здесь уже геймплей, монтаж у тебя есть. Его не особо много, но все равно. Я тебе, наверное, поставлю 9 из 10 поставлю тебе. Вот. Ну, канал очень даже неплохой. Реально, очень даже неплохой. Для 40 подписчиков это вообще супер. Вот так вот оценил меня Лейни. Я полностью согласен с его мнением. И да, ребят, очень извиняюсь за то, что был плохой звук во время разговора Лейни. Так как я перезаписывал его стрим с телефона. Ну а на этом, в принципе, все. У микрофона был Леон. Всем удачи и пока.